Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Многие, кто смотрел классный мультфильм «Как приручить дракона», и, видимо, корейские разработчики не исключение, ибо новый питомец, но очень внешне похож на одного из главных героев. В игру ввели вот такого красного ездового дракончика. Назвать это создание драконом, как назвал бы я черного, красного или зеленого дракона, я не могу. Это чисто перекрашенный и немного видоизмененный ваш личный беззубик. Это двухместный ездовой питомец, который уже экипирован в броню. И, кстати, у питомца имеется свое имя, это Роза. И так как броня на ней сразу одета, то и по умолчанию она имеет скорость передвижения 15,2 метра в секунду. Что касается ее умений, то они все нам давно знакомы, и большинство это простые стандартные умения для питомца. Все эти 5 умений вы видите сейчас перед собой, и здесь разве что самое интересное, это, ну, получается скорость. Она получается неплохая из-за того, что стандартная у нас скорость довольно большая. Инвиз, ну, на 5 секунд тоже местами можно использовать. Ну и, понятное дело, самое основное, я бы сказал, это дыхание Розы. То есть умение, которое наносит хороший магический урон. Ну и также на неплохое расстояние, 30 или 40 метров. При этом еще и поджигая противника, то есть вот этим можно накладывать хорошие комбинации. Но помимо этого всего, у данного питомца, у Розы, есть еще одна прикольная, но бесполезная в плане функционала способность. Вы можете дать команду питомцу через чат, и она покажет какую-либо эмоцию или действие. Например, мы берем Розу в таргет и пишем в чате кувырок. И вот теперь на 100% я скажу, что этот питомец сделан наподобие беззубика. Здесь, кстати, хорошо подойдет небольшой фрагментик, сценка из самого мультфильма. Так что пишите в комментариях, как вам данный дракончик, как вам его внешний вид, его умения. Не забываем также, конечно, подписываться на канал и прожимать лайки видео. Ну а на этом у нас пока что все. Всем до завтра.